Рад служить. До скорой встречи в бою. Хотите подраться? Подходите ближе. Укажите врага. Хотите спастись? Спросите меня как. Таранова! Нас атакуют! Нужно действовать! Пресвятая Дева! Ворота разбиты! Нас атакуют! Нужно действовать! Уже на стенах. Держите оборону!
обескровлен. Мы истребили половину его армии. Нужно действовать! Полководец – бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Хвала Всевышнему. Мы пленили вражеского полководца. Пусть он посмотрит, как мы разгромим. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым. Пославим Господа. Враг разбит. Это великая победа. Нет, нет, за нас дадут... Мы победили! Они получили то, что заслужили. Мы захватили селение врага. Победа! Битва разрешит наш спор. Что прикажете? Да. Ваше Величество. Жду приказаний. Марш! Объединяемся! Приказывайте. С нами Бог! До скорой встречи в бою! Да? Что прикажете? Битва разрешит наш спор. Ваше Величество. Да? Да. Да. Продолжу путь завтра, на рассвете. Умри, язычник! Отдалим их ко дну! Наш флот одержал верх! Что прикажете? Отличное место! До скорой встречи в бою! Да. И да благословит нас Бог! Хотите подраться? Подходите ближе. Служу Господу. Во имя Господа. Хотите узнать своего врага? Это я.
Да. Атакуй! Восхищаетесь своим врагом? Чем могу? У вас есть предложение для нашего народа? Вполне достойное предложение. По рукам. До новых встреч. Конечно, милорд. Подожду до утра. Я пришла, чтобы заключить мир. Да как вы посмели? Нет, скажите, вы со всеми леди так поступаете? Что? Выходите и сражайтесь! Жду приказаний. Поднять якорь! На сегодня наш путь окончен. Да, мы вернемся с победой. Победа! С нами Господь! Конечно. Что прикажете? Да? Ваше Величество. Марш! Ждем до рассвета, милорд. Жду приказаний. Да. Сражайтесь или убирайтесь. А? Мы перекрыли все входы в их порт. Что прикажете? Жду приказа. Ваше Величество. Правильно. Отправим. Прокладываю курс, милорд. Что прикажете? Жду приказаний. Поднять якорь. Да. Что прикажете? Что прикажете, Ваше Величество?